Друзья, наш любимый российский актер Федор Лавров еще вчера вечером по нелепой случайности оказался в больнице, где попросил медицинской помощи. Дорогие зрители, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь все, что мы делаем, это делается только для вас, и эти выпуски выходят исключительно только на нашем YouTube-канале. Вчера вечером, находясь у себя на даче, российский актер Федор Лавров по личной неосторожности резал мясо у себя на кухне и сильно порезал себе руку. Медицинскую помощь ему помогли двое его друзей, которые на тот момент находились рядом. Они перебинтовали руку, но спустя некоторое время рука сильно воспалилась, и Федору Лаврову стало плохо. Пришлось ехать в больницу за медицинской помощью. На данный момент Федора Лаврова, как сообщают его друзья, врачи готовят к операции. Рану будут зашивать. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, чтобы завтра утром не пропустить продолжение этого выпуска, где мы сами вам более конкретней обо всем расскажем. До скорой встречи вам и будьте всегда с нами.